привет! Поздравляю всех! С наступающим днем защитника Отечества! Дра, папа, я сегодня буду делать подарок своими руками. В Фикспрессе мы купили набор для детского творчества к 23 февраля. Набор за 55 рублей всего лишь. И все здесь прилагается. Сейчас раскроем, покажу вам и сделаем. Делается все это легко. Посмотрим, что у нас получится. Надеюсь, то же самое и получится. Я сначала думала, что нужен клей. Но, как оказалось, это очень здорово, что здесь вот, липкая основа отклеивается и все будет само приклеиваться. Полагается инструкция, все сказано подробненько, и даже самый маленький справится от 3 лет, нам же 6, поэтому сейчас Максюшка все будет делать сам. А здесь фетровые детальки, липкие такие. Ну давай, Максюш, приступай. Давай, отрываешь, чтобы было липко. Давай, я тебе помогу. Что отрывать? Ну вот липкую основу нужно отрывать, смотри. Видишь, вот так раз. Одна у нас уже готова. Вот это нужно отрывать. Вот. Да, отрывай. И аккуратненько приклеивай. Ровно выклади. Так, следующую дверь. Так, теперь. Открывай. Сейчас вот так вот. Мы не кушки припаряем, да? Это калика, это не сделано. И аккуратненько, аккуратненько. Ну, пошло что-то не так. Крылья пошло. Неудобно, не липнет. Смотри, там на край. Мама, не мне липнет. Мам, вот, вот, все, вот, я сам хочу. Вот, сам. Да, теперь кружки. Кружки? Кружки берешь, да, кружки. А ну, там кружков, а можно еще есть? Нет, так, так, вот. Палечку? Да. Это на башню, да, мама? Да. Колеса много, там колеса, да, мама? Чайки, здорово. Посмотри на меня. Молодец. Следующая деталь. Как бочка, да, мам? Как бочка закрытая получается, да? Где бочки закрыты бывают? С бензином, да? Еще готово. Вот такой получился танк своими руками. Правда, вот эта штучка верхняя плохо держится. Мы еще думали, может, ее самим на клей приклеить, а который там прилагался как-то не очень. Ну, можно, конечно, эту поделку доработать. Внутрь можно положить конфетки, но у кого как работает фантазия, можно оставить как есть. Пока-пока.